Мы летим на высоте где-то метров. Ты снимаешь? Да. Оксанка. Сереж, сними меня. Мы решили отдать $80 и испытать это счастье. Это полетать. Это адреналин. Это вообще мега просто. Нам машут. Ну там снимать тоже. Вот. Реально высота, наверное, метров. Блин, не знаю, ну 70, наверное. А смотри, какое море. Очень-очень высоко. Вот. Вообще прикольно. Слушай, а что, здесь отеля нет? Смотри дальше. Ну, здесь нету, да. Здесь, наверное, пляж приезжает кто-то из своих. Вот, нас снимает камера, может быть, нам отдадут запись, ну, нашего полета. Круто. Вот, ну, это просто мега удовольствие. Я бы так весь день, наверное, летал. Вот, это наш купол там. Вот. Ну, просто. Огромное. Да, мы видим, насколько оно бесконечно, это море. Средиземное море вообще. Вот этот маленький кораблик внизу, это тот, что вот нас тянет. Вот настолько высоко мы находимся. Сейчас приближу. Я считаю, стоит испытать это удовольствие прямо. Далеко вот это, от пыли, от своего, это да? Незабываемое ощущение. Вся Турция, не знаю, как на ладони, Сидея. Манаву. Ну да. Снимает мой любимый муж. Ну блин, не, ну она там, не знаю, это на всю жизнь, у меня еще такого не было экстрима, чтобы так вот. Так было, что ты думаешь? У меня вообще такого никогда не было. Хотя в Египте такого нет, в принципе, да? Парашютного. И здесь. Ну, по крайней мере, я не видел, что там... Слушай, а что, там глубоко, глубоко? Тут мелко, что ли? Да фиг знает. Может, коса какая-то идет. Потому что там... Ага. Все, Сережа, у нас домой. Ну, вот, сейчас мы будем снижаться. Вот, и спасать на берег. Нас потихоньку подтягивают. Не бойся. Все нормально. Все у нас будет зашибись. Мам, спись вот туда. А, наш дальше этот отель. Серьезно, это не страшно. Не бойся, Оксаночка. Сейчас он будет подтягивать к себе туда и все. Вон, как этих, видишь, сейчас немножко развернет нас. Хотя, по идее, вот над пляжем это должно, не должны не тянуть. Ну, ветер просто.
Вот мы снижаемся, полетали, посмотрели. Мы свой репортаж заканчиваем практически. Вот. Ну, все это удовольствие стоит недешево. $80. Но я думаю, оно того стоит. Все так смотрят на нас. Как мы смотрели? Что скажешь? Нас будут фотографировать сейчас. Блин, надо убрать.